Около 2 миллионов рублей не заплатили омским строителям за постройку целого микрорайона в Ханты-Мансийском автономном округе. Директор организации, нанимавшая мужчин на работу, пропал, и на звонки людей, каждому из которых должен примерно по 100 тысяч, не отвечает. Дмитрий Ковалев встретился со строителями и дозвонился таки до неуловимого руководителя. Бригада Геннадия Кузнецова вынуждена перебиваться случайными подработками. Сейчас ремонтируют квартиру в Омске. Прошлой осенью за такую работу даже не подумали бы взяться. С крупным застройщиком из Ханты-Мансийска был договор на отделку 16 квартир в новостройке. Зарплата по 160 тысяч рублей в месяц. В планах еще несколько домов в городе Белоярский. Работой, а значит и деньгами, мечи были обеспечены на 2 года вперед. По крайней мере, они так думали. Если был бы своевременный расчет, было бы все, как мы планировали, как мы доверяли генеральному директору. То есть, как бы можно было зарабатывать деньги. И спокойно мы за это зацепились и доброкачественно поэтому к работе относились. То есть как, нам каких претензий вообще не было. Вот. Перспектив, конечно, было очень огромный. Но им заплатили только аванс по 97 тысяч рублей за 3 месяца. Оставшиеся деньги 1 700 000, а мечи так и не получили. Но застройщик уверили, после сдачи одного объекта строители перешли на другой. Бесплатно работали почти месяц. Многовато не доплатили, только авансовки были. У нас только по первому вот этому дому, по Сухарева 4, 1 600 000. Наша заработная плата, не считая Верхнего Козыма, не считая Сухарева еще 5. Полностью офисы укомплектованы, созвездия, да, базы большие, свои машины, все, что нужно, как говорится. На это даже никогда и не подумаешь, что что-то так вот могло произойти. Застройщик – компания «Созвездие», один из главных партнеров мэрии Белоярского. Большинство контрактов на так называемые социальные стройки получают именно они. У рабочих есть телефон директора, но Петр Лещев на их звонки не отвечает. Нам удалось связаться с ним, и оказалось, что компания, которая в прошлом году выполнила солидный заказ, уже находится в состоянии банкротства. Нету реально сейчас финансовой возможности платить зарплаты, потому что в первую очередь там налоги. Мы вели, соответственно, переговоры с бригадой о том, что это будет на некоторый период растягиваться ситуация, но, по крайней мере, она не тупиковая. Сейчас имечи пытаются получить свои деньги с помощью мэрии Белоярского. Другой вариант – обращаться в суд. Но для этого нужны документы о сдаче объекта, доказательства, что к работе нет претензий у заказчика. Но бумаги строителям так и не отдали, хотя в домах, которые строили имечи, уже больше года живут люди. Дмитрий Ковалев и Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.